Проехали село Фуртей. Скажи, что деревушка, но
поселок городского типа самый маленький. 160 человек здесь живут. Породили. Классная погода сегодня. Гоносно. Заблокировал дорогу нам. Цементом. Бетонная машина. Доехали от Кальяри до Азуни. Весь мой. Так, здесь живет семейная пара. Жилая семейная пара. И с ними живет мой сын. А вот их дом. Вот мы и приехали.